Приветствую вас, дорогие друзья, в игрушке Requiem for Erich Sun. С вами Дарья, и мы начинаем. У нас тут обновление 1.4.4. Очень крутой шрифт, помогает разработчикам в переводе Topsy. Респект тебе, молодец. Очень крутой, красивый шрифт. Это очень здорово, что игра на русском, ребятки. А поиграем за призрака, чтобы немножко изучить игру. Вау, ребятки, новый персонаж появился. Пикман, один из великих гениев живописи 20 века. Исключенный из общества художников-мискатоников. Прибыл в дом Эриха, когда он еще потерял зрение. Один известен своей музыкой, а другой картинами, изображением безумными сценами смерти и тьмы, используя тех кошмарных существ, которые обитают под нашими ногами, ранее известных как гулы. Поиграть, я так понимаю, пока что я не могу ей. Ну, можем купить, да? Давайте пока что начнем с дедушки. А там, может быть, они и появятся, да? Так, тут есть плей, а тут, видимо, реклама, да, начали смотреть? О-о-о-о-о-о! Подожди, я посмотрел рекламу, мне удалось пробраться через канализацию. День первый. Слушай, неужели я сейчас ее увижу? Это очень-очень интересно. О, боже мой! Дарьбет, это она, это новая! Офигеть! Офигеть, вы это видите? Боже мой! Тут, значит, появилась книжка. Тут все на русском, это очень круто. Зажечь костер, музыкальный автомат, Пикман. Что-то произошло в подземелье, заключенный. В общем, тут будут отображаться мои какие-то, видимо, действия, мои заметки. Настройки можно увеличить. Давайте немножечко чувствительность увеличим. И есть справка, если нажмете, вас перебросят в интернет. Давайте продолжим. Давайте, ребятки, продолжим. Так, а она призрак или нет? Я что-то... Хера себе. Хера себе, я еще, наверное, увеличу. Да, вот так нормально. Вы это слышали, какие звуки прикольные? Вау. Найс. Давайте поближе подойдем к ней. Тут что-то было, нет? Она меня убьет? Нет, я играю за призрака, мы можем просто ее изучить, смотрите. Но чтобы она встала, остановилась. Слушай, ну очень круто сделано, смотрите, какая детализация. О, боже мой, она вся во швах. У нее глаз на лбу, ребята, у нее глаз на лбу, офигеть! Просто офигеть, это жесть! Так, надо найти кирпич, чтобы пришибить ее. Какой-то старый ключ, интересно. А от чего он? Мы нашли какой-то старый ключ. Давайте пока что здесь его бросим. О, вот! Блин, боже мой. Ладно, сейчас мы... А, блин, боже мой, старый ключ от этой двери, видимо. Давайте посмотрим. Новые действия будут, значит, здесь у нас отображаться. Потом почитаем. Ставьте лайк, пишите комментарий, будет очень круто. Так, все, да, старый ключ именно от этой двери. Нам нужен уголек, и нам нужно будет 3 дровины, чтобы... Чтобы зажечь, значит, вот этот котел. Ну, для этого нам нужен спрей, чтобы смазать дверцу, потому что она заклинила и не открывается. Вон, кажется, спрей. Так, кажется, она закрыта, но я слышу что-то внутри. Боже мой! Какая же ты страшная. У нее реально, она, видишь, не останавливается. Блин, надолго не останавливается. У нее по центру на лбу глаз, ребят. Это очень круто, спасибо разработчикам. Вот. Реально очень годная игра, очень классная. Я хочу, чтобы у разработчиков, ну, реально, рейтинги прям до небес подскочили, прям как у Грэнни. Было бы очень круто. Потому что разработчики тоже активно обновляют игру, и это очень здорово. Это не может не радовать. Это очень сильно радует, ребят. Help me. Так, там, значит, заключенный. Надо будет потом его спасти. Но пока что нам надо где-то спрей найти. Где он может быть? Может по ящикам полутаться? Я думаю, надо полутаться по ящикам. Спрей может быть где-то здесь. Я думаю, он на первом этаже. Так что давайте... Тут посмотрим. Так, тут нету. Он будет блестеть, ребят. Если мы его найдем, он будет подсвечиваться. О, вот, кстати.
Сейчас мы кинем в нее, посмотрим, что произойдет. Вот спрей. Хорошо, спрей мы нашли. Я сейчас сюда брошу. Так, найс. Во-во-во, стой. Где ты? Стоп. Сейчас ее пришибем. Вот, найс. Найс, ребята, смотрите. Смотрите, какое у нее лицо. По центру глаз, офигеть. Губы такие накрашены, она вообще не улыбается даже. Какая страшила. Офигеть. Найс, игра просто крутая. Так, ну что ж. Эти действия стандартные, в принципе, легко сделать. Я думаю, разработчики потом изменят уровень. Начало слишком легкое. Так же, как монахини очень часто меняли свой уровень и пришли к тому, что у них, ну, реально очень годная игра получилась. Я думаю, разработчиков ждет такой же успех, как и монахини. Потому что монахини — это топовая игра. По сюжету, по графике она мне очень нравится. Вот, больше, чем Гренни. И вот этой игрой я тоже заинтересовался, ребят. Правда, пропустил много обновлений. Постараюсь этого не делать. Блин, боже мой. Просто я не успеваю все, конечно, за всем следить, все игры снимать. Но буду стараться еще лучше это делать. Да, боже мой. Так, еще одна дровина. Как только, ребятки, выходит обновление на какую-нибудь хоррор-игру, на монахиню, либо же на Эриксан, либо же на Гренни, какую-нибудь, когда выходит обновление, обязательно допишите, ребят, я сниму вам обзор на обновление, постараемся пройти, конечно же. Сообщение ваше читаю. То, что можете писать. Вот она. Так, третья дровина. А, первое мы сделали. Ну, вот, я бы хотел, чтобы разработчики немножко поменяли. Вот я не понимаю смысла вот этого. Зачем мы зажигаем вот этот костер, чтобы забрать ключ? Он заморожен или что это такое? Он застыл тут. Но если бы застыл, ледышку бы показали, что он заморозился. Или как-нибудь бы сделали. Но это немножко глупо и нелепо смотрится. Не, вся игра в целом, в общем, сделана прикольно. Очень много загадок, очень много интересных на моментов. Мне нравится, что тут помимо одного Эриксана, старичка, много других персонажей. Может быть, потом когда-нибудь моды будут делать на эту игру. Но вот конкретно вот этот момент мне немножко смущает. Ну согласитесь, зачем мы? Может быть, я что-то не понимаю. Зачем мы? Я, вот смотрите, я просто так не могу этот ключ взять. Чтобы взять, нам нужно котел растопить. Ну зачем нам это нужно, если вон он лежит? Возьми и все. Взял и пошел. Ну это же элементарно, я не понимаю. Но этот самый такой непонятный момент. Я надеюсь, разработчики сделают более как-то интересно. Преподнесут. Ну, смотрите, вот. Все, зажег. А, нужен еще спрей. Так что, два спрея надо? Вот это вот я не знал. Ну, ладно. Ну, в этой игре это самый такой, мне кажется, нелепый момент, который, я думаю, нужно исправить. Ну, это чисто мое мнение. Хотя, я думаю, многие согласятся со мной. Это немножко глупо. И было бы прикольно, вот, ну, чисто с моей точки зрения. Видите? А, ну да, кстати. Вот это я и хотел сказать, что коробки можно было распихать. Да, все. Все нормально здесь. Я думал, их нельзя распихать. Да. Вот сейчас другое дело. Спрей, значит. Давайте я пока поищу спрей. Он может быть где-нибудь в дверце какой-нибудь. Может, он вообще наверху, как вы думаете, спрей? Где-то же он должен быть. Спрей, ребятки, я пока что здесь не нашел. Я думаю, нам нужно будет подняться наверх. Может быть, он там будет. О май гад, нифига себе, я забаговался. Как она это сделала? Я в текстурках, что ли, хожу? Как она это сделала, боже мой? Она меня выпихнула, смотрите куда. Я не могу теперь выбраться, боже мой. То есть она может... Блин, она в любые текстуры, короче, может тебя запихнуть. Офигеть. Это, конечно, прикольно, но мне надо будет заново начинать.
Жесть, тут я не могу пролезть. Я просто к ней рядом подошел, вот, смотрите, ходит. Прикольно. Она мне может выпихнуть. Помоги, меня спаси. Я не могу выбраться. Блин, я в стене застрял, меня замуровали. Боже мой. То есть, будучи призраком, который мне ничего не может сделать, она мне еще хуже сделала. Она мне за один раз просто убила. За один толчок. Серед, выбраться мы не можем. Надо будет заходить заново в игру. Я вот не могу. Вот, видно вот по тени, да, вот по этой тени, то, что мы сейчас в текстурках. А вот эта стена, я, короче, в стене нахожусь. Вот коридор, видите, вот он коридор. Вот он коридор. Вот туда идет коридор. А я вот, где вот тень, я вот, блин, в этой гребаной стене. Выпусти меня, тварь, выпусти. Смотрите. А ну что, начинаем заново. Так, ребятушки, играю я второй раз, и спрей я не нахожу второй, только одна есть. Одна бутылка. Вот, ну ничего страшного, я тут подготовил все. Так, раз, два. Значит, надо будет наверх идти, игра нам заставляет, нас заставляет идти наверх. Так, и уголек. Этого будет всего мало. Я бросил уголек? Подожди, а почему я не бросил? А, вот! Так, ребят, надо было просто уголек вниз положить, а я его наверх положил. Вон оно в чем беда, проблема была у нас. Ладно, понятно. Понятно. Я уже спрей второй искал. Берем ключ. Теперь можем взять ключ. Ах ты ж, блин, вентили. Подожди, а сколько тут вентилей, интересно? Раз. Два. Три. Три пока есть. Четыре. Четыре. Пока четыре вентиля. Вот пять. Шесть. Труба горячая, попробую оторвать ключ. То есть он, я так понимаю, примерз, да? Не, ну если он примерз, сделали бы там лед такой, ледышка прям. Я у него, короче, все понятно, да, ключ примерз. Ладно, бывает такое, когда холодно. Ну, тогда было бы прикольно, чтобы снежок какой-нибудь или еще что-нибудь такое было, да? Мне кажется, было бы круто. Я как дурак хожу туда-сюда. Зря только обходился. Там, где ключ, вот она, дверь наверх. Понятно. Этот ключ, видимо, нужен, чтобы свалить с игры. Да, ну, можно также отгадать разгадку. Пока что здесь оставим ключ. И немножко пошаримся, да? Все, здесь на ковру у нас будет ключ. Будет ли у нас что-нибудь здесь? Нам также надо будет книгу найти. Есть она тут, нет. Она сейчас наверх тоже поднимется. Она же слышит, да, что что-то происходит, что-то гремит, шумит. Это на первый этаж. Быстрое перемещение. Да, что такое? Так, кто-то курил. Тут есть курящие люди. Ящик раз, ящик два. Тут нам нужно будет определенно пошариться. Можем что-нибудь интересное найти. Книгу! Мне почему-то книга никогда не попадается. Так, ну тут понятно, мы тут все сделали. Может, некоторые вентиля не открыты. Вот этот мешочек, что такое? По-любому разработчики сделают значение этому мешочку. Пока что я не могу его взять. Неужели он тоже застыл? Как-то надо опять его растопить. Не знаю, ребят, пишите в комментариях, что это такое. Зачем нужен этот мешочек? Взять я его не могу. Возможно, он в разработке еще. Пока можно только строить догадки и теории. Так, она зашла вот в музыкальную школу. Сюда надо что-то положить. Кстати, вот тут можно посмотреть наше задание. Зажечь котел. Зажечь котел, найдите одно полено и один кусок угля. И мстите внутрь котла. В смысле одно полено? Три полена надо было найти. Тут немножечко ошибочка. Музыкальный автомат. Поместите музыкальный лист на его место, чтобы начать эту миссию. Найдите диск и... почитайте, почините музыкальный автомат. Также Пикман. Что-то произошло в подземелье. Надо, видимо, его освободить. Заключенный.
А, нет, это вот заключенный. Найдите и поместите музыкальный лист Токата Фуга на его место, чтобы начать миссию и спасти заключенного. А, чтобы... Нужно делать какое-то действие, чтобы началась миссия, да? Так, допустим, вот в музыкальный автомат хочу миссию. Поместите музыкальный лист. Нам нужно музыкальный лист поместить. А музыкальный лист мы где-то видели. Точно, слушай, ну давай сейчас посмотрим. У нас появится новая миссия какая-то. Так, 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 так. Не мешайся. Надо исследовать эту игру. Вот в ящиках навряд ли что-то есть. Конечно, стоит их открывать, но я вот что-то не находил тут пока ничего. Игра еще не насыщена слишком многими предметами, да? Но в дальнейшем, возможно, будет тут много чего лежать. Основа, площадка довольно-таки хорошая, да, но предметов пока что мало. Куда что можно спрятать? Что это такое? Нет, там просто что-то светилось, будто бы можно что-то было взять. Но оказывается нет. Так, в эту дверь я не могу попасть. Да, дверь закрыта, нужен ключ. Так, сюда я должен... Что я должен... Вот этот автомат должен починить. Интересненько, интересненько. Там мы смотрели, там ничего нету. В ящиках тоже пусто. Ой-ой-ой-ой-ой. Подожди. Так, ладно, надо подумать. Так, тут у нас какой-то автор, да? Я кое-что помню от этого автора. Может быть, тут будет лист какой-то, как вы думаете? Так, интересно. Вот сюда, что ли, листы надо помещать? Найти бы мне их еще. Я пока ни одного не могу найти. Продолжу пока искать. Так, я опять зашел вот в эту каморку. Тут, оказывается, ящики еще открываются. Открыть ящик. Почему-то не открывается. Написано, что можно открыть, но он не открывается. Вот эти открываются. А вот этот почему-то нет. Это странно. Может быть, нужен ключ? Может быть, этот ключ подходит для какой-то двери определенной? Давайте возьмем. Так, вот этот ключ, допустим. Я могу сейчас просто сбежать. Я хочу домучить немножечко игру. Так. Да ну нафиг. В смысле, она все двери что ли открывает? Я этого не знал. Ну-ка, подожди, а сможет ли он открыть какой-нибудь другой? Слушай, ну реально он все двери открывает. Ну-ка, вот этот. Этот не открывает. Причем ключ у меня не пропал. Он не только открывает одну дверь, он еще вот ту открывает, видимо, входную. И, может быть, вот это тоже он откроет? Нет, нет, чтобы бросить предмет. Но этот не открывает. Я могу, видимо, сбежать тоже. Слушай, ну это уже интересно. Это уже интересно. Тогда здесь оставим его пока что, да? По центру. Пойдем туда, в библиотеку. А, тут мы и найдем. Тут мы найдем листок. Вот он. Дис и Рэй. Ну-ка, как? Подожди. Да, это вот этот. Поместите музыкальный лист на его место, чтобы начать миссию. Найдите диск и почините музыкальный автомат. Еще диск надо найти. Ладно, вернемся мы сюда еще. Мы нашли композицию. Я думаю, надо сюда поместить, да, куда-то? Нет? Куда же я должен его поместить-то? На его место. Вольфганг. О, да! Новые предметы появляются на карте. Прикольно. Он тут должен лежать. Подожди, а какие новые предметы? Мы это поместили, да? А, найти диски и починить музыкальный автомат. Вон оно что, вон оно как.
Так, и где мне их искать? Давайте попробуем пройти до конца этот лабиринт. Там, может быть, диск будет. Так, есть сюда проход. Тут ничего такого нету. Есть такой вот узкий прям проходик. Ну-ка. Тоже пусто. Лабиринт очень прикольно разработчики сделали. Они явно это все просчитали на листочке, да? Стали делать. Вообще найс, классно. Off, on, off, off. Ну это по-любому какой-то шифр, да? Off, on, off, off. Хорошо. Мы запомнили. Идем дальше. Сюда пройти нельзя. Тут у нас тупик. Это если я что-то пропустил, обязательно пишите в комментарии, потому что мне нужна от вас поддержка. Я-то знаю, что вы умные ребята, и вы сможете пройти эту игру. А потом мне подсказать. Ну, короче, там только какой-то шифр еще есть. Ладно, хорошо, надо найти диск и починить автомат. А, тут ничего нет. Нам надо просто заново все пройти, да? Все посмотреть. Так, появились новые предметы. Да, что-то на столе, я вижу, что-то на столе. Диск! Мы нашли пластинку, его раньше не было. Этой пластинки. Вставляем сюда. Так, старая... пластинка. А подожди, а как? Старая пластинка. Да блин. Виниловая пластинка. А как я старую-то возьму? Она, кажется, отключена. Хорошо, надо будет включить. Мы пока что здесь бросим пластинку. Нам надо починить автомат. Тут дверь закрыта. Может, тут что-то появилось? Если что-то появилось, она явно будет подсвечиваться. И в туалете, по-моему, ничего нету. Диск мы нашли, это уже хорошо, это уже радует. Нужны какие-то провода, наверное, да? Нет, мне казалось, там что-то светилось. Сходить стоит сюда. А, да, ребят. Да, книга, ну я знаю, куда книгу поставить. Ребят, мы начинаем распутывать это дело нелегкое. Что-то я закружился. Подожди. Нам надо в библиотеку. Там туалет. Туалет, это же бар. Правильно, должен быть туалет. А библиотека где-то в другом месте. Наверное, вот там. Да. Так, вот сюда она вставляется. И открывается секретная потайная комната. Ребятки, мы это сделали отлично, замечательно, просто. Просто замечательно. Так, вам понадобится специальный ключ, чтобы открыть его. А, появился, видимо, специальный ключ. 4 замка. Ну вот это я не знаю, как взять скрипку. Мне кажется, еще никто скрипку не брал. Пока что разработчики не сделали это. Но мне так кажется. Если кто-то брал скрипку, обязательно подскажите мне. Мы будем с вами ее искать. Так, значит, специальный ключ, чтобы открыть. Ну это уже интересно, ребят. Мы начинаем распутывать дело. Где может появиться специальный ключ? Что такое? Этот кабель может пригодиться в электрическом щитке. Но электрический щиток, вот он. Нужен ключ. Пока что вот так бросим проводок. Специальный ключ. Не знаю, мне есть вариант пуститься вниз. Может, он там будет? Так, та дверь закрыта, да? Она не открывается пока что. Ну, определенно должны будем его найти. Может быть, ключ вот здесь, как вы думаете? Тут нету. Ладно, спустимся вниз. Почему бы нет? Если что-то появилось, то мы это увидим. Что-то будет подсвечиваться. Добро, ну что я могу сделать? Он так пронзительно кричит, что хочется помочь, а ты не знаешь, как ему помочь. Причем он не устает же, да? Help me. Так, походу, внизу ничего нету. Я так понимаю, все надо наверху искать. Да, надо наверху искать.
Но проверить стоит. Это угольки. Слушай, не знаю, может быть специальный ключ это тот, который открывает дверь. Давайте попробуем. Подойдет или не подойдет, я не знаю. Золотой ключ. Золотой ключик. По шкафчикам, конечно, можно поискать. Я опять не туда зашел. Гребаная фигня. Ну что ты будешь делать? Окей, 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 окей. Так, вот она же дверь. Может, в лабиринте появился ключ? Тут нигде нету. Попробуем, ну а что делать? А-а. Нельзя активировать. Боже мой, я уже отчаялся, думал, мы не найдем, ребят. Вот за барной стойкой ключик. Офигеть, вот он. Ключ от электрощитка. Найс. Отлично. Теперь возвращаемся назад. Ну, я думаю, сделаем это, а следующую серию уже, ну, посмотрим. Просто хочу уже сбежать. Я путаюсь постоянно, блин, боже мой. Ну все, сейчас точно мы это сделаем. А, код off, on, off, off. Некоторые кабели отсутствуют, теперь кабель надо поставить. Отлично. Off, on, off, off. Все. Серёга, по идее, сейчас должно работать. Сейчас мы включим нашу пластинку, и она заиграет чудесную музыку. Справлюсь. Я, честно говоря, думал, не справлюсь. Я справился. Молодец. Так, а как я вставлю? Чего-то не хватает, чтобы он заработал. А чего не хватает? Чего не хватает-то? Я не понял. Там, значит, найдите диск и почините музыкальный автомат. Я что, не вставил диск или вставил? Блин, боже мой! Боже мой, я не знал, что делать дальше. Я же вставил тут все. Неужели диск просто провалился, как вы думаете? Чего-то не хватает, чтобы он заработал. Чего, мать его, не хватает-то? Я не знаю, чего не хватает. Блин. Боже мой! Заработал! Знаете, в чем было дело? Надо... Я вам это не показал. Знаете, что я сделал сейчас? Сейчас покажу. У меня вот так все было включено, но я это сделал первым делом. Это надо было последним делом включить. Я просто выключил и опять включил. Видите? И оно заработало. Я думал, что в чем дело? Видите, как дело? Так можно много раз делать. Хоп. Хоп. Найс. Значит, один замок мы открыли. Еще три надо замка открыть. И мы получим скрипку. Я думаю, пока что нельзя ее получить. Так, 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 так. А следующее задание у нас, смотрите, следующее задание на Пикман какой-то. Что-то произошло в подземелье. Что-то произошло в подземелье. Я думаю, это недоступно. И заключенным, мне кажется, недоступно. Хотя, если я ошибаюсь, пишите в комментариях. К заключенному попасть можно, но какие действия с ним делать, я не знаю. Прогресс сохранен, найдите следующий музыкальный лист. А, следующий музыкальный лист. Слушай, ну интересно будет. Ладно, мы в следующей серии еще продолжим. С вами был канал Даридис. Ставьте лайк, пишите комментарии. Увидимся в новой серии. Бум!